Всем привет, с вами Коба, и сегодня я бы хотел вас предупредить об ужесточениях наказаний, если вы будете материться в чат. Ну, во-первых, теперь стоит плагин, что... Ну, самые популярные матерные слова, если вы пишете без глобального чата, то пишет вот «You are not allowed to say that». То есть вы не можете сказать это, вот. Ну, в глобальный чат, к сожалению... работает. Но, как, наверное, все уже знают, все видели 4, даже 5, или сколько их там, сейчас скажу. 1, 2, 3, 4. Да, 5 хелперов. Думаю, все уже вы знаете, видели. Они будут следить за чатом все время. То есть, ну вот, с утра до вечера они будут следить за чатом. И тот, кто будет материться... того они будут... тем они будут давать мут навсегда. То есть после вайпа он у вас все равно останется. Вот, поэтому хочу вас вот так вот предупредить. Потому что... ну, вроде как матерятся очень многие, и это бесит всех вообще. Да и тогда... понизится намного ссоры между кланов, да, то есть кланы друг на друга агрятся, особенно враги. Сейчас армия лидирующий клан. Вообще много уже есть таких кланов, да, где 6, 5, 7 человек. Это отлично. За один день столько уже народу. Ну вот, всем спасибо за просмотр, с вами был Коба, надеюсь, я вас предупредил. Так что, пожалуйста, выражайтесь нормальной лексикой. Вот, до свидания.